Новая волна протеста в городах США против действий полиции. В пятницу в Атланте при задержании афроамериканца, который отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови, а затем оказал сопротивление стражам порядка, полиция его застрелила. Гибель 27-летнего Рейшарда Брукса вызвала гнев манифестантов в Нью-Йорке. Демонстрации протеста сторонников движения Black Lives Matter состоялись и на западном побережье США, в Лос-Анджелесе. Гнев не утихает с конца мая, когда полицейские задержали в Миннеаполисе Джорджа Флойда, проведя против него так называемый удушающий прием, в результате чего Флойд скончался. Девизом новой волны недовольства стали последние слова Флойда «I can't breathe» – «Я не могу дышать», сказанное им во время агонии, которая продолжалась почти 9 минут. Ресторан в Атланте, на стоянке которого был задержан Рейшард Брукс, подожгли во время манифестации. Начальник полицейского управления города Эрика Шилс немедленно ушла в отставку.